Анонс и точка выхода 20 сезона сериала «Некрасивая подружка. Роковая женщина». Показ новой части сериала состоится 1 мая на канале ТВЦ. Захватывающие приключения Антонины Стопчук продолжаются. И пускай многие считают ее дурнушкой, с чем самокритичная женщина согласна, она не унывает. Чтобы отвлечься от неудавшейся личной жизни и от отсутствия внимания со стороны противоположного пола, главная героиня полностью концентрируется на любимой работе. Впрочем, с другой стороны, несоответствие общепринятым стандартам привлекает, дает Тоне ощущение психологической свободы. Не надо пытаться кому-то нравиться, сидеть на диетах, изматывать себя в тренажерном зале. Тратить многие часы на макияж и маникюр, гоняться за модой, переживать по поводу отношений. В общем, можно просто быть собой. Детективу предстоит раскрыть очередное запутанное дело. В небольшом, но неспокойном городке Ленске обнаружены два трупа. Одной из красивейших местных жительниц и ее ухажера. Становится известно, что тот уже давно грозил, что в случае безответной любви убьет и себя, и избранницу. Похоже, все очевидно. Впечатленный поклонник от безвыходности просто выполнил клятву. Но нашелся свидетель происшествия, слышавший, что произнес Раймео за секунду до смерти. Последние слова меняют ход расследования. Показ сериала состоится 1 мая на канале ТВЦ. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.